Идем быстрее. Да, ваше высочество, и сказал быстрее. Где мои дочери? Девочки, идите сюда. Да, мама. Так, ну вы можете все быстрее шевелиться. Ой, извините. Всем привет. Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю проект «Мама, купи мне пони». Итак, начнем. Так, и перед вами представлена моя семья. Это мои две дочери. Моя слуга, она нам будет помогать вещи тащить. Здравствуйте. Так, все. Ой, ноги. Так, ну ладно, все, идем. Да, очередь тут всегда большая. Да, я об этом знаю уже, сестра. Ну и что, я просто захотела сказать. А я не хочу, чтобы ты ничего говорила. Я и так все знаю. Девочки, хватит вам уже ссориться. Мы должны себя вести... Ой, извините. Мы должны вас вести... мы должны себя вести очень хорошо. Мы, во-первых, здесь приглашенные гости. И мы очень важные особы. Да, ваше величество. Так. Ну, мама, я не хочу. Ты должна хотеть. Потому что ты тогда опозоришься... На всю страну, все. Я пошла смотреть одежду. Вот, одежду. Так, что бы мне тут интересно посмотреть? Ой, извините, ваше высочество. Ничего страшного. Какие тут платья. Есть юбочки. Вот платье. Это... Ой, это халатик. Даже с подписью автора. Ой, не автора, ну... Ну, шви. Так, ой. А это полотенчики. Продают специальные шампуни, он аксессуары, всякие зеркала и маска для сна. Вон всякие расчесочки, ободочки. А! К нам в магазин пришли важные особы. Ой, что-то я даже не соизволилась поздороваться. Надо выйти. Ой, извините. Ничего. Здравствуйте, ваше высочество. Здравствуйте. Здрасте. А где ваша мама? Ой, она вон там. Да. Здравствуйте, ваше высочество. Ой, здравствуйте. Вы ведь мисс Рарити, да? Да, я директор и продавец этого магазина. Вам что-нибудь подсказать? Нет, спасибо, мы все знаем. Мы тут уже не первый раз. Ну, как интересно, не первый раз. Наверное, это была не моя смена, когда они заходили первый раз. Ну, хорошо, тогда смотрите, если возникнут вопросы, я вам подскажу что-нибудь. А мы, мам, можно пойдем поньки посмотрим? Поньки? Ну, пони, мама. Ну, я поняла. Нет, конечно же. Почему, мам? Да, почему? А потому что мне это уже надоело. У нас весь замок ваших пони. Даже уже некуда их девать. Все. Я, конечно, понимаю, что ну, вы мои дочери. Типа, я бы вам могла купить пони, но просто у нас места нет. Ты купи еще один замок. Да сейчас прям. Я и так в своем теряюсь. Ой. Так, девочки, нет. Я вам не разрешаю. Все, идите посмотрите какие-нибудь духи или какие-нибудь очень важные вещи. Кстати, сейчас ведь каникулы. Ой. Ну, скоро будут, можно сказать. Ну, или уже каникулы. Ну, короче, сейчас скоро уже будут каникулы. Сейчас выходной день, да. И поэтому я вам пришла сказать, что мы вам купим портфели. И поэтому давайте-ка выбирайте лучше портфели на... новую четверть. Ману, зачем? Да потому что я видела ваши портфели, они уже все такие страшные и порванные. А вы вообще-то должны быть интеллигентные и очень приличные дамы. А вы даже порвали портфели свои. То есть это как вы в школе носитесь, я не представляю. Ну, ману, мы же играть хотим. Нет, все, идите и ищите свои новые портфели. Все. Ваше высочество... Ой, извините. Что мне делать? А ты иди и следи за этими, чтобы они пони не смотрели. Поняла? Да, ваше высочество. Ой. Ах, мама! Да! Ах,
ничего не разрешает. Ну, вообще, ты меня старше. Чего это ты вдруг пони захотела? А то, потому что мне они тоже нравятся. Все, идем. Идем. Ваше высочество, вам не разрешали смотреть пони. А нам все равно. Мы же принцессы. Ваше высочество, вам нельзя смотреть. Я запрещаю. Кто ты такая, чтобы нам запрещать, а? Да. Ой, извините, да. Ладно, я вашей маме не скажу, можете посмотреть пони. Я пойду пока... Ну, тут постою. Ура, идем пони смотреть, идем. Так. Вау, тут такое хорошее разнообразие пони. И тут почти половина тех пони, которых у нас нет, да, сестра? Да. Ну, вообще у меня только одна пони. Я забыла, Флаттершай или как ее зовут. Да, у тебя Флаттершай. Мне она очень нравится. Она у тебя красивая очень. Спасибо. А тут есть Флаттершай? Нет, тут нет. У меня такая миниатюрная Флаттершай. Да, я знаю. Так, у меня очень много тут пони. Сейчас пойду посмотрю, какие у меня есть, каких нету. Так, вот, это принцесса Селестия, там Шайнинг Армор, вон Рарити, там он, кстати, вот тут искорки две, вот раз, маленькая искорка, и два, это большая искорка прозрачная, это принцесса Луна, вон еще одна принцесса Луна, и вон еще принцесса Луна. Как много тут принцессы Лун, да, но у меня ее нет, и у меня. Я вообще люблю Каниколоновых, ну и маленьких я тоже люблю, я тоже. Так, тут и каниколоновых очень много. О, тут есть редкая мод, вот эта вот, вот с крокодильчиком. Ну, это сестра этой, Пинки Пай. Или как ее там зовут? Я не знаю, как ее зовут. Так, ладно. Сейчас это, нам надо будет у мамы-то все же попросить эти пони-то, да? Ну, да. А то она нам не разрешит, мне кажется. А то, помнишь, как в прошлый раз мы у нее попросили пони, она нас... Начала кричать, что вы просите без разрешения? Это не интеллигентно. Да, пойдем интеллигентно попросим. Беги! Я старше тебя, и это не по-королевски бежать. Мама! Чего, девочки, вы нашли портфель? Да, мы нашли портфель, и можно нам по одной пони? Нет, все, тащите портфели. И на кассу становитесь, а то сейчас очередь, как обычно, займут. Да никто там очередь не займет, мама, чего ты? Ничего-то, а займут. Мамочка, ну пожалуйста. Нет, я сказала, все, точка. Давайте пока очередь. Очередь, все, давайте, девочки, быстрее берите портфель. Ну ладно, мама. Ненавижу портфель брать. Мама, у нас будут одинаковые. Ну и хорошо, и вы что-нибудь там нарисуйте на них, все. Мама, ты что берешь? Я беру вот это вот платье. Оно, конечно, не очень, но оно сойдет такое. Простенькое. Так, я себе тоже что-нибудь, мама, возьму. Давай быстрее, если вот эту юбку... Нет. Ой, нет. Если вот эту юбочку возьму. Сейчас я эту юбочку возьму. Мам, можно что-нибудь еще взять, да? Или себе расческу возьму? Да, так, секундочку. Так, где эта слуга? Миссис Куко, да, бегу уже. Можете нам, пожалуйста, принести мне расческу, точнее? Вам расчесочку? Угу. Ой, извините, сейчас... Ха-ха-ха, я опередила принцесс. Ой, извините. Какого права вы имеете нас опереждать? А такого права, ха-ха-ха-ха-ха. Где вы там? Просто она очень сложно несется. Из-за вас мы очередь нашу пропустили. Мы теперь в самом конце стоим. Как обычные пони. Все, встаем очередь. Все, быстрее, дочки. Мне это уже надоело. Все. И поньки я вам никаких не возьму. Ну, мама!
Нет, мам, нет, все, стоим. Здравствуйте, здравствуйте, пробейте мне этот ободок, пожалуйста. Угу. Ой, извините, пробейте мне этот ободок, да. Вздык. Сколько с меня? С вас всего 250 рублей. А, держите. Все, спасибо за покупку, заходите к нам еще. Здравствуйте, здрасте. Так, пробейте мне, пожалуйста, вот эту расчесочку. Ой-ой-ой. Извините, так. С вас всего 150 рублей. А, да, все, держите. Все, до свидания, заходите к нам еще. Так. Так, вот. Пробейте мне, пожалуйста, вот эти вот полотенца. Хорошо. Так, сейчас. Сейчас всего 300 рублей. Вот, держите. Сейчас спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Так, а мне вот эту лишь... какую я забыла? Ой, тьфу ты. Это что это? Это миниатюрное зеркальце. Во-первых. А, ну хорошо. Пробить на него. Угу, конечно. Вздык. Ой, так, сколько? С вас всего 200 рублей. Держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Ой. Ну, мама, да что? Что ж так орать? Что? Скажите тихо мне. А то вы орете на весь магазин. Мама, можно нам, пожалуйста, пони, ваше физическое, вам пробить точнее? Нет, подождите секундочку. Да, подождите. Так. Мамочка, ну можно нам пони? Нет, дочки, нельзя. Все, давайте, идите. Ну, мама, нет, мы не хотим. Мы хотим пони, 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 пони. Хватит вам. Все. Все, пожалуйста. Ну, ладно, возьмите пони какие-нибудь. Ура, я возьму. Я вот эту хочу взять пони. А я хочу взять эту, все. Все, пробить нам это все, ага. Бздык, 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 бздык. И расчесочки, бздык. Бздык. Все, спасибо за покупку, с вас всего 5000. 5000? Ладно, все. До свидания, девочки, надеюсь, вы довольны покупками? Очень, мамуля, очень. Миссис Коко, да, ваше величество, я уже здесь. Ой. И всем пока, вы были на канале Тыковка ТВ, ставьте лайки и смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, 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 пока!